Сродни стокгольмскому синдрому. Любовь Илюшечкина и Надари Маесурадзе. Неизгладимое впечатление на 3000-й заполненный до отказа стадион произвело сальто назад в исполнении Надари. Напоминаю всем, что сальто назад официально запрещенный элемент в фигурном катании, так как чрезвычайно опасен. И, соответственно, в соревнованиях его никто не выисполняет. Но зато на показательных. Спасибо, Надаре.